Мы продолжаем следить за передвижениями нашей съемочной группы в Милане. Напомню, наши коллеги сейчас находятся на уникальной выставке «Экспо-2015». В этом году все страны мира объединились во имя решения проблемы голода на планете и обмена идеями на тему еды будущего. Позади 4 съемочных дня – павильоны Италии, Беларуси, России, а также павильоны стран Востока и, конечно, бесценный опыт, которым наши коллеги смогут поделиться в будущих программах на ТБН. Сегодня с нами на связь вышел наш собственный корреспондент Юлия Мнацаканова. Ей удалось получить эксклюзивные комментарии от директора Департамента по развитию выставки Пьера Галли. Что ж, узнаем, в чем уникальность этой выставки из первых уст. Это специальный репортаж из Милана. Наша съемочная группа находится здесь, на Всемирной выставке «Экспо-2015». И, конечно, главная тема – это накормить планету энергия будущего. Все страны, их более 140, объединились, чтобы решить вопрос голода и решить вопрос полезной еды, чтобы она была доступна каждому. Также у нас сегодня была эксклюзивная возможность взять интервью генерального директора Департамента по развитию мероприятия «Экспо-2015» SPI Пьера Галли. И вот что он нам сказал. Во-первых, надо принять во внимание, что это всемирная выставка. Это означает, что мы собрали все страны вместе, которые пожелали участвовать и быть частью того послания, которое мы были готовы нести миру. И это нацелено на достижение населения с целью предоставления образования и инноваций. Это на самом деле основной принцип, на котором были основаны всемирные выставки.